Ребята, всех приветствую на своем канале Авторемон. Сегодня к нам заехал автомобиль Dodge Avenger с проблемой выхлопной системы. Проблемка заключается, короче, сгнило соединение родное. Вот здесь соединяете труба в трубу. И сгнило как раз, где труба в трубу входит. Я попытался это все заварить, но ситуация такая, что сверху нету возможности мне туда долезть. И я решил варить вот такое вот соединение. Вот. Сейчас по размеру отрежем, привариваем. Хомут этот разбирается на две половинки. Мы его обварим, поставим, и будет все хорошо. Итак, ребята, включаемся. Только что произошла не очень приятная ситуация. Накрылся у меня рукав на полуавтомате, так что я прилип на 50 баксиков. Тут мы все заварили, вот он уже начал мне рукав мозги компенсировать уже, я понимаю, что он плохо варит. Ну а потом он вообще отказался работать. В недоступных местах можно проварить, ребята, снутри. Все. Вот мы это все дело сварили, сейчас скручиваем и в путь дорожку. Итак, ребята, все у нас уже на месте. Вот так вот это все выглядит. Заварили, проверили, машинка поет. Все, ребята. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем. Пока-пока. Спасибо. И заходи, если что.